Мария Кишинева предупреждает о риске оползней на телецентре. Информация об этом прозвучала на оперативном совещании муниципальных служб в понедельник. Затем было созвано заседание Кишиневской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Un crater uriaș s-a format în apropierea blocurilor de locuit de pe stradă Tudor Strișcă. Această gaură imensă reprezintă un adevărat pericol pentru oamenii din zonă. На еженедельном совещании городских служб столичный градоначальник потребовал от подчиненных ежедневно звонить в компетентные ведомства во избежание трагедии. Люди волнуются. Должно быть предельно ясно, что речь не идет о каких-либо документах, выданных во время или до нашего мандата. Однако все же ситуация связана с зонами повышенного риска. Нужно обязать экономических агентов. Пусть делают, что хотят, но чтобы решили эти вопросы, чтобы ситуация не ухудшалась и не представляла опасности для жителей. Чтобы не Жильцы близлежащих домов боятся остаться без жилья. Власти что-то решить и посмотреть. Потому что все-таки может случиться все что угодно. Особенно когда дожди или еще что-то такое, или мини-землетрясение, то оно может, конечно, быть. Но вообще опасно, конечно, опасно. Дождь лил, лил, и овраг стал глубже. Он не был таким. Живу тут три года, все это время было нормально. Он в прошлом году появился, был поначалу небольшой. Наши из ассоциации предупредили и сказали, что нужно что-то делать, принять меры. А кто их должен принять, не знаем. Что-то они упустили из виду, не сделали, что нужно. Директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никуара говорит, что оползни могут быть вызваны не только природными, но и антропогенными факторами. Этому могут способствовать, например, строительные работы, бетонирование площадок. Долина Рос – та часть, известна оползнями и возникновением эрозионных процессов. Есть природный фактор – наслоение пород, проницаемых, непроницаемых. Есть осадки, есть крутизна склона. Кроме того, поблизости велось строительство, и осадки, стекающие по системе отвода дождевой воды, могут способствовать более высокой влажности склона. Претор центра Вадим Хынку написал на странице администрации сектора, что рабочая группа побывала на месте и выяснила основную причину возникновения оползня. Телеканал Уан ТВ пытался выяснить подробности, однако претор не ответил на звонки. Учитывая тот факт, что в районе обрыва находится входное отверстие бетонного канала для отвода дождевой воды с территории жилого комплекса, расположенного на улице Тудора растрижкой трижкой 8-1-8-7, труба, выходное отверстие, которое направлено во враг, установлена основная причина эрозий, а именно отсутствие продолжения бетонного канала, которое бы обеспечивало сбор и направление воды без просачивания в почву. В целях пересмотра ситуации риска предлагается созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев, а также в качестве решения проектирования и строительства участка ливневой канализации на улице Тудора стрижка 8. Таким образом, в ближайший период все ответственные стороны будут действовать в обеспечении восстановления безопасности жителей сектора «Центр», говорится в публикации. и детерен сунтон феномен распандит в секторе але чем парку Valea Morilor, o de teren. Кишинев расположен на семи холмах. В городских зеленых зонах есть опасность возникновения подобных процессов. Говорит геолог Игорь Никуаре. Между этими холмами расположены долины, в которых разбиты парки, что делает наш город зеленым, приятным. Но все эти зеленые зоны подвержены риску оползневых процессов. Это старые оползни, и в случае нарушений эти процессы могут активизироваться. Активизировать процесс. Специалист обращает внимание на необходимость отвода дождевых вод. Приведу пример. Одно дело, когда идет дождь и вся влага проникает в почву, и другое, когда все запитанировано, заасфальтировано. Небольшой дождь и у нас наводнение в нижней части города. Вся вода стекает вниз. Вблизи оползней строят центры заведения. Вода со дворов, с прилегающих территорий, с подъездных дорог отводится на склон. Задача не выполнена до конца. Дренаж должен проходить через весь склон. Это должно включать в себя технические работы по обустройству и инженерные системы для отвода избытка осадков.